это все я говорю. Первый участник матча — Владимир Кулаков. Да, бывший чемпион НФР в тяжелом весе. Нет у нас такого понятия в тяжелом весе. У нас есть просто чемпион НФР. Да. Бывший чемпион НФР, бывший командный чемпион, неоднократный хардкор-чемпион. В общем, человек, который дружит и знает руны. Вообще, легенда, да, выступает с 2003 года на ринге. Знаешь, приятно наблюдать типа, за все эти годы трансформацию Владимира Кулакова. Потому что с каждым годом этот рестлер становится только лучше и лучше. Да, сейчас его ждет матч, и не просто матч, матч Вендетта, матч-реванш. Дело в том, что Владимир Кулаков участвовал относительно недавно в турнире, в международном рестлинг-турнире, который проходил в промоушене Middle Kingdom Wrestling, который находится в Китае. И он участвовал в турнире, представлял там Россию. И вот как раз из-за этого рестлера он не прошел дальше. Наш гость из Астрии — Мартин Пейн! Да, австрийский рестлер Мартин Пейн. Тогда он нечестно выиграл у Кулакова, ударил его в пах. Вот, но прошел тогда вот дальше по турниру. Да, и сейчас на своей территории Владимир Кулаков полон сил и желания отомстить своему обидчику. И вот. И что интересно, да, Кулаков ждет. Знаешь, кстати, он даже внешне похож. Есть схожесть, да. Обоих разукрашенные татуировками, красивыми, тела накачанные, агрессивные. Мне кажется, сейчас нас ждет очень серьезный поединок. Да, Мартин Пейн является действующим командным чемпионом Австрии. И он, правда, переехал без титула. Вот вместе со своим напарником Борисом Пейном. Они вот держат командное чемпионство. То есть они авторы поля. Настоящие. Ну, видимо, да. Что интересно, в английской транскрипции имя Мартина, ему вот и пишется без буквы «I» – Мартин. Но все равно это как Мартин Пейн. Да, посмотри на Владимира Кулакова. Мне кажется, его глаза сейчас налиты бешено. Естественно. Что творится сейчас? Вообще, публика, публика сходит с ума, да. Кулаков поднимается, но не теряет бдительности. Да. Прекрасно он понимает, с кем он сегодня дерется. А Пейн призывает его. Да, у Пейна, кстати, огромный послужной список. Он выступал по всему миру абсолютно. В каких только промоушенах он не выступал. Но в Россию приезжает впервые. Да, ну вот и новая страна на карте его личной географии появилась. И посмотрим, как он сегодня выступит в независимой федерации рестлинга. Так, гонг, ну что, матч начался. Вот такой мани-демон какой-то настоящий. Северный демон Мартин Пейн. Ну и Владимир Кулаков тоже знает в этом. Да. С этим совсем он знаком не понаслышке. Мне вообще иногда кажется, что за Владимиром Кулаком стоят, знаешь, шаманы, наветы, да, такие, настоящие руны. И вот эта вся мистика, которая придает ему сил и агрессивности в боях. О, пока, ох, пошла борцовская техника. Причем с какой силой они пытаются перебороть друг друга. Ну, великолепно. Чоп! Да, так у нас это бой вообще без каких-либо правил. Конечно, никаких правил, никаких дисквалификаций, друзья. Чопами. Ох! Три чопа подряд. И теперь ноги уже лутиками бегут. И клоузлайном выкидывает. И взлетает оба рестлера за пределы четвертьфинала. Огненное начало этого поединка. Так, Кулаков сажает Пейна на стол.
серия ударов. Бьет он, продолжает шоу коленами. Коленями работает сейчас Владимир Кулаков. Локтем, мечом. Сейчас вот Мартин Пейн перехватывает инициативу. Сам австриец дерется вовсю. И вот потерял бдительность, еще выиграл. Сзади налетает на него Кулаков. Ой, серия в грудь. Прямо в душу бьет. Да, Владимир Кулаков заряжен на поединок. Давно у него не было таких вызовов. И он, конечно, хочет отомстить по полной. Конечно, это еще и матч мести к тому же, понимаете? Да. Ох, какой удар. Знаешь, Мартина Пейна не сбить с намеченного курса, потому что отвечает он точно такими же массивными и, знаешь, очень серьезными атаками. Ну, кстати, какие удары. Пейн, он, в общем-то, у него подготовка-то спортивная. Он занимался шут-файтингом, шут-рестлингом, ММА, то есть... У Кулакова-то тоже подготовка. Я ловлю себя на мысли, что если сюда поставить еще и Джеффа Монсона, то можно конкурс выиграть. Ну, в общем-то, что-то в этом есть. Ой, и клавиатура пошла в ход. Первый предмет разбита. Да, первый предмет, который в этом матче разлетелся, это клавиатура по спину Кулакова. Знаешь, в каком-то танце смерти кружат вокруг ринга сейчас рестлеры, ни на секунду не останавливаются. И кик в голову. Вот такой. Как раз тоже танец, еще он говорил, что призывает духов там, да? Заряжен Владимир Кулаков, разбегается и... Ой-ой-ой, на противоходе его встречает сейчас Мартин Пейн. Да, поймал Кулакова, смог разгадать его замысел. Да, и продолжают. Они драться, и австриец. И бэкдроп прямо за рингом. Да. Собирается Зари под ринг, вытаскивает поднос. Да, сегодня уже у нас в предыдущем одном из поединков фигурировал этот поднос. Ой, какие удары. Так. И еще удар. Голову. Прямой удар под носом. Стул! Да, летит сейчас в четырех футболях. Судья только успевает смотреть. Еще один стул происходящего. Что? Да, и третий стул. Оу. Прямой удар в голову сейчас. И еще один. Еще откуда один удар. Силы у Владимира, чтобы поднимать третий удар. Тут нет слов. О! Кровь у Кулакова. Естественно, кровь после трех подряд ударов. Опыт в хардкоре у него огромный. Да, но все равно, даже он понимает, что с Мартином Пейном легкой жизни сегодня ему точно не будет. Конечно. Дропки. На противоходе отличный дропкик. Раз, два. Да, Пейн, конечно, у него отличная техника для его габаритов. Да. И веса весит он свыше 100 килограммов. Но, вот мы уже сейчас... И рост у него под метр ворот. Да, скорость отличная у этого рестлера. И техническое оснащение, естественно. Поймал, тоже на противоходе, да, поймал его Кулаков. Знаешь, сейчас на Владимира Кулакова больно смотреть, все лицо в крови. Что делать, это шоу без правил, да. Это новогоднее безумие, конечно, как оно по-другому. Мне жалко тех людей, которые не присутствуют сегодня здесь, это нечто, это такая атмосфера. Да, ты знаешь, я был бы удивлен, если бы было бы по-другому, если бы вот не было крови, не было всего этого. Да, и посмотри уже рассечение прямо в голове у нашего австрийского гостя. От удара стулом, конечно. Еще один кик от Кулакова. Ответка от Пейна. Тоже начинается такая дуэль. Знаешь, причем оба рестлера прекрасно владеют ударами с ног. И вот уже одновременно даже кики идут. О! Разведка от канатов. О! И Хурикан Ра
Ивана в исполнении огромного Мартина Пейна. Ну да, я говорю, там выше 180 сантиметров, 102 килограмма веса. И обоюдный бигфут. Знаешь, это должно было именно так, видимо, и закончиться, потому что рестлеры абсолютно подходят как достойны друг друга по силе и по, ну, по техническому оснащению. С трудом встают рестлеры, с трудом встают спортсмены. Да, первым так поднимается Владимир Кулаков. Пейн тоже встает. Ну. И вот он, обмен локтями. Обмен локтями, что я говорю. Обмен ударами локтями. Да, сейчас рестлеры, знаешь, даже стоя на коленях, они продолжают драться безостановочно друг с другом, потому что никто не хочет проигрывать в этом международном поединке. У Кулакова все лицо, абсолютно все лицо залито кровью. И клоузлайн. Да, оба рестлера снова на полу. Удержание. Вова скандирует публика. Естественно, поддерживают они Владимира Кулакова. И кто знает, может быть... Ну, они хотят, да, они хотят его победы, конечно. Но... Стоит отметить, что Мартин Пейн — это очень серьезный оппонент. Кто победит в этом поединке, непонятно. Да, и Пейн весь окровавлен тоже. Знаешь, я уже скоро перестану их различать, потому что у обоих лица больше напоминает некое кровавое месиво. Ну, Пейн повыше, а Кулаков, все-таки у него немножко больше волос на голове, и он чуть пошире, как мне кажется, да, в плечах. Только такой более коренастый. Так, Пейн. А он бейсбольную биту ищет. Ремень, Белт. Что Белт сейчас делает? Попытается сейчас задушить, что ли, Владимира Кулакова. Что творится сейчас? Ай-яй-яй-яй. Да, матч без каких-либо правил. Душит сейчас Мартин Пейн своего оппонента. И самое интересное, что рефери, да, он не может ничего сделать, потому что бой, да, без правил, без дисквалификации. Как? Он может только наблюдать. Да, как и все поединки на сегодняшнем шоу. О, Мартин Пейн еще запрашивает еще оружие у зрителей. Я вам предлагали опять эту булаву, и никто не хочет ее брать. Стулом завладел Пейн, нанес удар Кулакову. Ответа! И ответный удар стулом прилетел. Так, Вова, ну давай, что ты придумаешь дальше? Ну, Кулаков почему-то отбрасывает стул. Видимо, как это, Кулаков, да? Он, видимо, сейчас будет опираться только на свои кулаки. Ну да. А, ну нет. Да, Мартин Пейн быстро сбил этот. Опять разгоняет публику. Так, и опять, дорогие друзья, нам плохо видно, что происходит. Запускает стулья Кулакова Мартин Пейн. Откидывает маты, да, это для того, чтобы прямо, если уж бросил, так бросил. Да, потому что сейчас любой бросок на незащищенную поверхность будет очень... Нет, причем тут незащищенная поверхность? Незащищенным телом ничем, да, потому что они, на, голый торс. Еще, ой, какой удар. Я, знаешь, я только вижу, как летает Владимир Кулаков из угла в угол. Но публика верит в победу Владимира. И вот! Реверс! Да, бросок на тот самый участок. Реверс проводит Владимир Кулаков прямо, да, на голый пол. Но, конечно, когда такие броски ты проводишь, это... Они вот, когда вот такого типа, да, на пол, понимаешь, сделай больно себе, но сделай сопернику больнее. То есть, принцип, да, такой. Да, вот смотри, сейчас закатывается рестлер обратно в четырехугольник. Просто... Оба окровавлены. И
Вот этот безумный немецкий суплекс в исполнении Кулакова, когда он прям перекручивает противника. Просто посмотри, что вытворяет сейчас. Удар в лицо. И снова, Вова вылезает. Так, чуть рефери не зашиб. О! А вот Кулаков взял! Кулаков все-таки взял булаву! Дайте еще вещей, крикнул Вова. И взял. Но он не думает. Что, разгон там и булава еще лежит. И дропкик через стол. Все, Кулаков завелся. Да. Удержание. Раз. Только один раз был. Он не верит, что происходит. Удар коленом в плечо. Колено. Ну интересно, ударит. А, Вова там. Говорят, булава. Дабл стомп свой этот собирается делать Кулаков. Дабл стомп прямо на грудную клетку. Как он не проломил там ничего. Удержание. Раз, два. Да нет, ну. 2.9. Вырывается Мартин Пейн. И матч продолжается. Кроссфейс. Кроссфейс, да, захват крест. Сдавай. Кулаков кричит, что он сдавался. Кричит по-русски. Да, сдался. Победу Владимира Кулакова по болевому. Да. Владимир Кулаков свершил свою месть. Окровавленные, практически обессиленные оба рестлера. Это что-то с чем-то. Это был невероятный поединок, друзья. Да. И зрители, конечно, овации встречают победу Владимира Кулакова. А Пейн с трудом покидает ринг. Да, булава так и не пригодилась, к сожалению. Вова сейчас похож на персонажа из фильма ужасов какого-то, честно говоря. Да, еще если маску наденет, так... Секунду, Пейн возвращается обратно. Так, и чего хочет австриец? Вполне может быть, что они выбили не только всю дурь друг от друга, но и всю неприязнь. Равных людей закончилось тем, что они поняли друг друга. Ну, наконец-таки, слава богу. Да, соглашусь, такого рестлера, как Мартин Пейн, лучше иметь союзников, чем во врагах. Да, стоит представить, что никаких подлых приемов, просто чистый рестлер. Чистый хардкор, да. Превосходный поединок. Просто остается только поаплодировать обоим участникам этого матча.